Сюжет третий. Мы находимся на территории военно-морской базы. Видите, какие ангары. И здесь паркуются автомобили. Очень много фиатов. Очень много фиатов. Я думаю, это для того, чтобы они могли быть взаимозаменяемы. Опа, девушка-акробат пытается сломать автомобиль и выдавить стекло. Это будет очень, да, оригинальный ход. Ну и вот хит нашего автопарада — это мини. Такой мини достойно любого винтажного праздника. И, конечно, владеть такой минькой — это просто чудо. Я думаю, что мы с ним встретимся в Монголии, в Улан-Баторе и в Улан-Удэ. Ну и напоследок еще фордец, еще твинга и много чего хорошего.